Здравствуйте. Сегодня я бы хотел сказать несколько слов о том, почему я голосую за кандидата Михаила Дмитриевича Прохорова. Нашей стране 20 лет. Россия молодая, и в новой России мы не должны допускать ошибок, которые привели Советский Союз к развалу. Это застой экономический, это застой политический. К сожалению, 20 лет в нашей стране не было прогресса в российской политике. 20 лет мы видим одних и тех же людей в политике. Это наши вечные оппозиционеры Жириновский и Зюганов. Это наш БУ премьер и кандидат в президенты Путин, который, к сожалению, 12 лет находится у власти в России и не смог вывести Россию из застоя экономического. Михаил Прохоров, четвертый кандидат, единственный, на мой взгляд, который способен преодолеть трудности, с которыми сталкивается Россия сегодня. Потому что это человек молодой, это человек, достигший успехов в своем собственном деле, это человек, знающий, как поставить работу на крупном предприятии, соответственно, знающий, как организовать всю деятельность экономическую и политическую в нашей стране. Спасибо.